Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Федбер, Чумной Доктор и Рорка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Это заброшена пиццерия FNAF 2, ни разу мы ее не записывали, ни разу мы ее не показывали. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Я буду сегодня выполнять роль аниматроника. А пацаны просто будут ходить по карте и выживать. Ребята, надеюсь, вам понравится эта карта, она реально крутая. Вы поддержите лайкосиком и подпишитесь на классный канал Димас ТВ. Нас уже больше, чем 500 000. Так, как тут пролезть? Так, я, кстати, знаете, за кого играю? Я вам сейчас покажу. Я играю за Боньку. Давайте, наверное, возьмем вот эту крячку. Она намного лучше. Она не лучше. Там пацаны уже бегают. Подожди, а как мне пролезть сюда? Ладно, давайте немножко пролетим. Так, все, начинаем идти вглубь. Очень медленно хожу. Пацаны, вы что, не видите меня, что ли? Ой, могу быстро ходить. Так, давайте буду вам, ребята, показывать эту карту. Она реально классная. Так, давайте, ночной режим активирован. Все включено. Так, ходит. Не ходи здесь. Что-то я его убил без звука, очень странно. Пацаны, вы где? Я вижу. А где у вас спаун стоит, на улице или внутри? Внутри. Понял, я буду знать. Так, пацаны поставили аниматроников, на самом деле их тут не было на карте, но так более интереснее. Поломанные стоят. Пиццерия реально очень заброшенная. Все разломано здесь. О, аниматроники и здесь есть. Красавчики. Напоминает FNAF карту... FNAF 7 вроде, или FNAF 8, я уже не помню. Тоже она все разломанная. Так, давайте ее по кругу оббежим, потому что это не вся она такая большая. Так, 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 так. Пацаны, вы-то можете пока мне западло сделать для ловушки, пока я карту показываю. Большая карта. Получается, две дырки в ней. А, и сюда можно зайти? О, привет. Чего я без звука убиваю? Я не понимаю, где звук? Ночной режим я слышу. Слышу, как я бегаю. А без звука мочу. Блин, ну этот сразу будет мочить. Во, зато я слышу, как он мочит. Давайте я дверь удалю. Во. Ого, как у великан тут стоит здоровенный. Здесь можно кнопки нажимать. Чумной доктор, прощай. Ты был хорошим человеком. Так, пацаны стоят. Опа, опа, я вижу ловушки. Я вижу. Они хотят, чтобы я прошел как-то через них. Так, ты а не я пойдешь. Пацаны, вы поставили очень... Ах, блин, говно. Вы поставили очень... На своих же ловушках подрываетесь. Эй, бомбу прилепил мне. Она взорвалась. Да, плохо, поудаляли некоторых классных персонажей. Сейчас бы я, конечно, затроллил бы сильно. О, у меня же Бенди есть. Бенди тоже классно играет. Опа. Бам. 10 тысяч жизней, вы не можете меня так убить. Кстати, есть еще другая версия этой карты. Можете написать плюсик в комментариях, если вы хотите. То мы можем прятки записать. Где-то в два раза больше этой карты. И она ночная. Или такая же. Чуть-чуть измененная. Ого, красава, молодец, Чумной доктор. Мочи свои. Так, смотрите, они кидают бомбы. Накидывают С4, еще одна прилетела. Так, давайте, знаете, кого я хочу, пацаны, взять? Вот этого. Прям с подполов ходить, как будто я очень маленький. Ого, они кинули гранату. Все замерзло. Я псих. Ай. Блин, я замерзаю, у меня прям льдышки видно. Не, пацаны, зато жизни не отнимается. Ой. Что за оружка такая стрёмная? Ай-яй-яй. Ай! Нифига себе этот пекарь мочит. Сейчас убьют, сейчас убьют. Ай-яй-яй. Это вы дискотеку, пацаны, жестко устроили. Ай-яй-яй, надо вот лет... О, тут еще лес есть. Нормально, большой лес. Здесь точно можно прятки играть. Даже лучше на дневной карте. Ого. А так что, можно? Давайте здесь пройдемся. Так, все здесь четко. Вот текстуры какие-то, скины можно проходить. Чисто поржать сделали. Пацаны, давайте, я иду к вам. Ты че тут своим пистолетом вонючим дамажишь меня? Прикольно он мочит. Давай, давай, молчи. Вот эта Рорка, мы не знаем, как ее убрать. Одна единственная на всю карту новую.
Эй, слышишь? Еще раз будешь так дамажить меня? Так, убийца идет. Я передумал, мне надо отходить. А, это замораживающие пули. Так, а я никого не убил? Хочешь подарок? Давай. Ах ты жопа. Ху-ху-ху-ху. Нифига себе, она воняет. А, оно прилипло ко мне. Блин, печет жопу. Давайте, ребята, покажу, как эта карта выглядит без ночного режима. Так, смотрите, отключаем. Давайте сделаем третье лицо. Теперь вижу себя. Давайте будем продвигаться вперед. Так, я могу перепрыгнуть? Могу. Смотрите, она реально темная. Ого, они тут навоняли красными вонючими гранатами. И еще вот выдают ты себе. Вообще ничего не видно. Это тебе такой подарок. Надо валить. Во, вообще нычка крутая. Так, 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 сейчас будем ждать, пока кто-то выйдет на улицу. Выходите на улицу через дырку. Я тебя вижу, иди сюда, секунд. А, они откидывают. На. Есть. Вот эта война мне нравится. Давайте, жду вас на улице, сукуны вонючие. Ну все, тебе хорошо. Давай, выходи, сыкло. Нычка у меня офигенная. Так, так, так. Очень стрёмно, надо отваливать. Так, пошли, пошли, пошли. Так, они меня ищут, они меня ищут. Я из камней выбегаю. Ого, ты меня откинул. А что это за читерская пушка у тебя такая? Это игрушка моя. Нифига себе, буду тебя наказывать за это. Мочи его. Ну давай. Есть. О, вот эту дискотеку устроил. Да чё, не могу тебя убить? У тебя много жизни, что ли? Да нет, у меня просто хп. Есть, наконец-то. Ребята, у меня 50 жизней осталось, надо сваливать. Стой, я тебе приятно сделаю. Я побежал вокруг пиццерии, я побежал. Вещико там будет. А ты попади. Ты меня сжарил. Блин, мне так война это нравится, давай еще разок. Еще так, хочешь? Сейчас. Да, хочу еще, мне мало. Ну все, я тра-та-та-та-та возьму. Хочу еще. Давай, на улице встречаемся. Давай. Аниматроники против охранника, иди сюда. Ах ты ж лоб. Есть, 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 я более опытный стал. Ого! Ты меня откинул жестко. Я ж могу тпхаться, я забываю. О, так, ребята, теперь вы меня точно не убьете. А ну иди сюда. Ты где? Есть, убил. Ты где? Я тут в кустах сижу. Прикольная карта. Растительность офигенно сделана вообще. Блин, я застрял в этой машине конченной. Так, он стреляет мощной пушкой. Я вижу, я вижу. Ух ты, блин. Я всю карту пролетаю. А, что за говно собачье? Я же говорю, это какое оружие. Да блин, так нечестно. Ого, я за карту улетел. Ну сиди там, это тебе там-то домик. Так, а ну-ка идите сюда. Негодяй. Я реально разозлился. Это я знаю, с какого пака вы берете оружку. Иди сюда, иди. Давай, я возле выхода с пиццерии жду. Иду, иду. Там, где дырка. Так, так, так. Так, вижу, подошли. Где ты там фыркаешь? Я зати тебя бегаю. Я просто тпхаюсь быстро. Есть. Есть! Ну иди сюда! Ты жлоб вонючий! Так что, пацаны, я всех троих убил. Давайте, кто меня убьет? Ого, это что за шипящее говно? Ну как я вам?
Это высший левел убийцы. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.